Настя заказала цветы. По красоте. Как он выглядит? Вот так вот это выглядит. Дубль 2. Ребят, всем привет. Короче, у нас видео начинается такое, немножко со студии. Мы здесь находимся, здесь вот Настя отфоткивает на рекламу там вещи. И у нее, кстати, день рождения, она сейчас будет еще тортик фоткать. Так что мы, короче, вот в студии сейчас находимся. Здесь пару еще шорцов сейчас тоже запишу. И пойдем, наверное, сюда. Здесь как раз-таки есть фудкорт. Поедим. И на самом деле, когда есть свободное время, мы в любом случае чем-то занимаемся. Реально нет такого дня, чтобы мы прям просто валялись. Очень редко такое бывает. Обычно мы где-то находимся, что-то делаем. Если не с товаром, то значит, она тоже занимается вещами. Именно на рекламу. Ну что, короче, идем Насте подарок покупать ко дню рождения, ну, несколько штук. И еще сегодня мы арендовали уже домик, ну, как домик, там, типа, купол такой на двое суток, поэтому сейчас идем покупаем подарки и, в принципе, уже будем немножко готовиться ко дню рождения, что-то там, шашлычки, не шашлычки такое. Я сейчас покажу небольшой эмпакинг такой, что я купил. Короче, тут сережки. Я их Насте купил. Здесь лоферы, по-моему, как-то так называются. И здесь сумочка. Осталось только, получается, цветы. Цветы, но цветы уже по факту перед днем рождения, потому что Настя 24-го, у нас сегодня 20-е, по-моему. Ну, короче, я заранее решил все купить. Все, Настя заказала цветы. Сегодня дел было куча, сейчас такси заказываю, еду, потому что надо еще сделать куча дел. Дел куча, на завтра все, мы уже, получается, будем ехать в домик. Короче, все, я купил, какие были шарики, потому что я сегодня был весь день занят и не успел. Подарочки упаковал, все четко, все, вот. Так что к завтрашнему дню уже все готово. Докупил я, короче, циферки. Пару сердечек, идем Настю поздравлять. И уже будем, в принципе, понемножку собираться, чтобы ехать в домик. Круто. Сейчас уже быстрее хочу, потому что они немножко сдулись, но они сейчас надуются обратно. Холодно. Вот так вот мы все сделали. По красоте. Просто красотка. Все, Настю мы поздравили. Ой. Вот она, наша именинница. Ей 26 лет, она уже взрослая. Все, уже как бы старость, спина ломит. Че? 26 лет. Ну, вон там написано на самом деле, кто я. Да, вот. Это уже все видели. Все, Настя уже все подарки распаковала. Тут лоферы, тут сережки. И там сумка. А это вот еще было? Ну, это уже на мне. То, что уже на Насте, вот. Да. Короче, сейчас заказываем такси. А, нет, мы идем сейчас в Ван-Маркет. Надо закупить еще там напитки такое. И будем заказывать такси и ехать уже в палатку. Или как это? Сфера, палатка. Сфера. На самом деле, я даже волосы сейчас прям под забором рекламы. Так, ну что, все. Мы, короче, приехали в домик. Вот так он выглядит. Вон там Настя снимает, а вон и меня видно. Вот так он выглядит. И круто то, что тут. Мы сначала подумали, где мангал, где вообще все. Ну, мы подумали, что просто нам надо будет начало идти. А тут, оказывается, и беседочка вот такая вот огромная просто. Мангальчик. Тут река. Так что, короче, вообще все супер. Нам реально очень понравилось. Здесь, кстати... Вон там, если летом идти, вон там находится бассейн. Вот сюда можно пойти искупаться. Так что очень-очень, нам реально очень понравилось. Сейчас я вам покажу, как внутри все обстоят, как внутри обстоят дела. Не, реально, правда, очень хорошо, нам прям вот прям понравилось. Ну, мы как бы каждый раз, когда арендуем, почему я решил вообще, в принципе, снять влог? Потому что мы каждый раз разные домики арендуем. Ну, просто посмотреть...
какие домики есть, как это выглядит, как вообще, в принципе, ну, себя ощущаешь, и хоть какое-то разнообразие. Поэтому мы арендуем всегда разные-разные домики. Ладно, сейчас я вам покажу, как внутри находится. Здесь, кстати, столько снега, вообще жесть. И сегодня у нас тепло. Как раз на Настин день рождения. Сейчас, по-моему, 1 градус, по-моему, или минус 1, или плюс 1. И сейчас мы зайдем, я вам покажу, как тут что выглядит. Так. Сейчас. Ну, вот такая вот палатка. Сфера. Сфера, да. Вот Настя, только она в расфокусе. Теперь в фокусе. Вот так это выглядит. Очень комфортно, очень уютно, если честно. Нам вот прям вообще очень понравилось. Вот так вот это выглядит. Сейчас я вам, кстати, покажу еще прикольчик. Сейчас. О. А я сказала, что я вечером покажу. А, ты вечером. Ну, я сейчас покажу. Вот так это выглядит еще. Вечером красивее будет. Не, ну да. Да, вечером красиво. Но я сейчас покажу вам. Во, дай я тебе посниму красиво. О, давай ты мне еще поснимешь. Вот так вот это выглядит. На самом деле, реально очень нравится нам. Домик очень комфортный, теплый пол, но на него ничего нельзя класть. Я еще сказала, скажу у себя тоже, что летом вот здесь бассейн. То есть это вообще... А, да. Я все показал. И у нас здесь душ, туалет. Вот так он выглядит. Ох, да, свет. Вот так здесь все выглядит. На самом деле все компактно, все. Да, но при этом очень даже эстетичненько. Да, да, да. Я еще говорю, что мы каждый раз разные домики арендуем. Да. Специально, чтобы посмотреть. И вот этот прям больше всех пока понравился. Да, я не знаю, как это. У нас тут звездное небо. Да. А, еще вот, у нас, кстати, спасибо вам, ребят. Сегодня мы вот на Настин день рождения пустим салют. И вам спасибо большое, если вы смотрите это видео. Так, у нас здесь что? Шашлычки такое, всякое разное. Да, надо положить в холодильник. Да, сейчас немножко будем уже готовиться. Скорее всего, наверное, сейчас пойдем, может, будем уже шашлыки делать, пока они будут готовиться. Потому что очень хочется есть. Мы не ели ничего. И я уже это сказала у себя в влоге, что мы сейчас будем костер делать. Ветер такой, как сразу задувает. Такой, как будто реально в палатке находишься. Не, прикольно, прикольно. Нам прям нравится. Тебя колбасит? Да. Так, все. Сейчас будем делать... А, пипец, прикиньте. Вот это я, конечно, вообще шикарно. Короче, сейчас будем делать шашлычки. Все, кастрик. Уже... Сжигается, все нормально. И покажу, что за шашлык Настя сделала, из чего. Из чего, я думаю, многие не в курсе этого. Поэтому я вам покажу, когда уже мясо принесем сюда. А так мы здесь, ну, такое. Пока у нас такое вот. Колоночка, аперитив. Музыка. А? Аперитив. Да. Короче, Настя здесь сделала очень интересный шашлык с киви. Это фирменный вообще-то рецепт, просто, да, ну... Да, да, и он очень, реально очень вкусный, мясо становится таким, знаете, вот, ну прям нежным. Так что, кто там шашлыки собирается делать себе, обязательно с киви сделайте, очень вкусно. Нет, правда, очень вкусно. И еще можно лимончики кушать. Надо выжать и положить потом просто их сверху. Да, 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 очень вкусно, правда, очень вкусно. На пару часиков так оставляете и вообще просто... Кайфуйте потом. Так, все, у нас начинается пир на весь мир. Будем делать, ой, будем жарить шашлычки. Идемте посмотрим, как они будут. Вот так вот. У нас огонечек. У нас еще есть шампиньоны. И еще у нас есть сыр. Да, мы все это будем делать. Но мы сейчас, наверное, пару шампуров сделаем. А это на чуть позже оставим. Все, мы все приготовили. Вот такой вот у нас стол получается. Шашлычочек, грибочки, закусочка. Ну и как бы всякое такое интересное получается у нас. Все, нам приятного аппетита. И вам тоже. О, идем запускать салюты. Сейчас я сделаю для них там снегом, чтобы они никуда не убежали. И идем запускать их. А ты два сразу хочешь? Нет. Просто приготовлю два. Не надо их рядом ставить. Так я не рядом. Я подальше. Удачи. Что-то у него не поджигается. Что, беги. Дубль два.
провалился в снег. Я провалился в снег. Провалился. Смотрим, салюты. С днём рождения, меня. Да. Закончились салюты. Нормально, да. Да, да, спасибо вам, ребят, большое. Очень кайф. Кайфово было. Только, конечно, второй стрёмно было. Он потушился. Ну все. Да, это вот салюты к Настиному дню рождения. Да. Кайф, кайф, спасибо. Да-да-да-да. Пришла еда. Да. Пришла еда. Вот, кстати, этот кофеёк так упакован. Вообще. Короче, заказали мы себе такой завтрак с Папа Джонса. Здесь, кстати, так прикольно упакован. Мы себе кофе взяли. Кофейку мы без кофе не можем. Он так интересно упакован тут. Обычно, когда там с каких-то других заказываешь, они вечно разлиты или еще что-нибудь. Здесь все круто. И все. Сегодня у нас здесь последний денек. Короче, открываю я дверь. И у нас тут забегает вот такой вот сюрприз. Вот такой вот сюрприз к нам забегает. Короче, вообще трэш. Кстати, этот купол нам обошелся на двое суток в там 9 с копейками, 9800, что-то такое. Так что вот такие вот дела. У нас тут что такое, сюрприз забежал к нам. Мы в шоке, если честно. Ну, сегодня у нас такое более расслабленное состояние. Мы уже покушали. Сейчас под мультик будем пиццу кушать с Папа Джонса. Короче, у нас второй заказ. Мы опять с Папы Джонса заказали. Тут солянка, борщ, картошка с трюфелем, тут что-то еще, я уже не помню, и тут что-то еще, я тоже не помню, ну и квасик еще взяли. Ну, кстати, вот так это ночью выглядит, когда темно, вот так вот. Звездное небо у нас такое, и опять к нам приехал сосед. Сосед к нам пришел, вот он. Ну, давай идем, идем отсюда. О, какой ты мокрый, боже мой. Я же поэтому и сказала, убери его отсюда, пожалуйста. Так, ну что, все, мы отсюда выезжаем уже. Сейчас заказываем такси и будем ехать. Снега, кстати, навалило так неплохо. Сейчас пойдем там заберем уже остальное, то, что там осталось. Чтобы вы понимали, мы вчера даже не выходили отсюда. Только за доставками. Все, просто валялись. Давно, кстати, такого не было. Чтобы просто валяться, ничего не делать. Отлично, отдохнули. Отдохнули мы хорошо, все круто, а сюда, наверное, еще придем, скорее всего, поэтому супер. Так что вот такие дела, ладно, все уже. Такой вот у нас выходной получился на двое суток. Кому, кстати, понравились влоги, обязательно ставьте лайки, пишите в комментарии, чтобы я понимал, стоит ли дальше снимать. Потому что хотелось бы, конечно, разнообразия на канале, и вот одно из этого можно влоги снимать. Потому что, в принципе, часто что-то такое вот происходит, что можно где-то как-то влоги снимать, там какие-то путешествия, какие-то еще что-нибудь такое. Ну вот домики разные. Так что ладно, ребят. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.